В Одинцовском городском округе стартовала традиционная экологическая акция «Сохраним лес». До 30 сентября по 34 адресам муниципалитета высадят около 900 саженцев хвойных и лиственных деревьев и кустарников. К этой работе присоединился глава округа Андрей Иванов. Совместно с председателем комитета лесного хозяйства Подмосковья Еленой Казимир, первым зампредом Мособлдумы Ларисой Лазутиной, членами общественной палаты округа и медицинскими работниками, которые боролись на передовой с коронавирусом, руководитель муниципалитета высадил кедровую аллею из 18 саженцев. Из-за пандемии акция проходит в ограниченном формате. Не более 20 человек на одну точку.